Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Рик и Морти. Что я хотел сделать? Я хотел немножко попутешествовать по мирам. Так, что тебе нужно, бро? Я слышал, ты можешь синтезировать темную энергию с чем-нибудь и создать новый мощный источник материи. Мне нужно это испытать, помоги мне. Видишь ли, у меня даже нет рецепта изготовления темной энергии. Выясни, как ее создать, и принеси мне. Давай, Рик. Давай, Рик. Так, а мы с тобой сделали тогда шар темной материи, да? Ну, бывает. Лопухнулись. Че ж поделаешь. Так, и не забывай, что нам нужны с тобой... А что нам нужно с тобой? А, шмекели, во-первых, заберем. Шальные деньги называют. Так, давай-ка заберем. И здесь тоже заберем. Я думаю, можно опять же сделать инвестиции. О, кстати, мы же с тобой в инкубаторе. Даже не в инкубаторе, а в лагерь, да, отправляли наших бойцов прокачиваться. Я думаю, что они получили по уровню. Так, 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 так. Это у нас питомник. Подожди, разве в питомнике это все дело происходит? Да, в питомнике. Так, результат. Так, получает 336 опыта. Шикарно. То есть до 13 уровня он прокачался. Это то же самое, только до 12. Морти мастер по производству примусов. Это наш Морти. Так, Морти Джерри до 12 уровня подрос и выучил назойливость. Так, как мне их отсюда забрать? Наверное, никак. Сейчас мы сделаем с тобой одну вещь. С этого питомника я, наверное, отправлю яйцо именно на прокачку в лагерь. Там, по-моему, с какого? С 10 уровня, а яйцо у меня... Сейчас посмотрим, не буду врать. Надо глядеть. Надо глядеть. Так, изменить. Где оно? В самом низу, по-моему, да? Вот оно. Имеет 7 уровень. Добавить. В плане, в отряде нет свободных мест. А, в моем отряде нет. Ну, давай вот этого вот удалим. К примеру. Яйцо добавим. Яйцо добавим. И я хотел... блин, а как применить параметры? Ну, в плане, вот, есть у меня там повышение уровня. Никак. По-моему, да? Ладно, давай закроем. И хочу посмотреть. Вот, 7 уровня. Мне нужно не хранение, мне нужно... Мне нужно... Так, секундочку. С какого уровня? По-моему, все-таки сюда, в лабораторию. Это модификация Морти. Это нам не нужно. Все равно у нас с тобой... Хотя есть билеты, но я их буду копить. Лагерь. Да, нужен уровень 10. По-другому, ну, никак не получится. Даже если я его сюда поставлю. То есть выходит, что мне надо будет брать это яйцо и прокачивать. Друзья мои, хотя бы до 10 уровня. Больше вариантов здесь нету. А вместо кого? Кого мы уберем из нашей команды? Вот этого есть только. Так, вывод. Вот этого вот. Что я делаю, я не могу понять. Ну-ка. Кликаем сюда, вывод. Хм.
То есть выгоняем из команды, что ли, я так понимаю? А чтобы это открыть... Так, потратить 5 купонов. Ага. ДЕ. Да чтоб тебя. ДЕ и F. То есть я так понимаю, что здесь будет 10-й, тут 20-й, 30-й, 40-й, 50-й, 60-й. Наверное, вот так вот это все будет выглядеть, да? До 60-го уровня. В общем, берем яйцо, прокачиваем его до... Слушай, ты достал. Мне нужно сделать хранение. Изменить. Яйцо. Удалить. Мы удалили его из команды, верно? Теперь этот. Изменить. Удаляем аниматроника. И забираем обратно яйцо. До 10 уровня кровь из носа нужно, ребята, прокачать. Хоть я и не в восторге от него, потому что целая ячейка просто занимается простоем. Ну что? Эй, погоди, какую команду-то я взял? Эй-эй-эй-эй, я... Вы чё? Мне не нужна эта команда. Вот это вот дайте мне, пожалуйста, вывод. Out. Вот когда out написано, это, наверное, мы берем именно эту команду, да? Да. Ну что, вроде бы как все. Пойдем в какой-нибудь мир посетим. У нас есть, кстати, микрочип? Нету. То есть, будьте добры, еще и купить его. Так, магазин Морти у нас тут. Точнее, Рика. Предметы. Купить, купить, купить. 3 штуки. Плюс возьмем с тобой большие сыворотки. Вот так вот. Замечательно. Так, перейти к режиму. Да не надо мне никакому режиму переходить. Что вы в сетевой режим хотят меня отправить? Я хочу посетить новый мир, по возможности захватить новых Морти. Так, здесь все забито, завалено, там не пройти. И здесь похоже, то же самое, да? Опа, смотри, 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 какой чудик. А ну-ка, иди сюда. Он обычный, да? Нет, он экзотический. Это плюмбоневый Морти, короче. Плюмбоневый. Так, он камень, да? Нам нужно с тобой тогда бумага. Это судья Морти подойдет сюда идеально. Так, но не забывай, что нам нужно его схватить. Безнадежно. Так, ну что, сделаем толчок ему? Слабенько, если честно. Звездный взгляд делает. Скорость упала у меня. Фиг с ней с этой скоростью. В плане, блин, он на опережение, да? Ну что, пробуем. Подожди, вот он. Применить. Есть, роднулька. Ну что, мы с тобой захватили этого Морти. Уже такая, скажем, маленькая победа у нас. Оу, флип, даже не заметил, что он тут лежит. Рики-тики-тави орет там. Так, можно здесь подрать. О, там он. Не достать. Ладно, давай накатим этому чудику. Так уж и быть. Фрагин быть тук, Блуин Рага, послушай Морти, Гумбларк Брангабаген. Я тебя прекрасно понял. Гавайский Морти. Бумажка. Как раз против большого Морти. Замечательно подходит. Костюмы, туфли. На-ка тебе, гавайский Морти. Что ты мне, точность понизил, да? Ох, хорошечно. Ну что, добивку делаем? Нормуль. Вообще без потерь. А это что? А, довольный. Продолжить. Камень. Нифига не продолжить, надо менять. Камень мы меняем на судью Морти.
Потому что бумага у нас только одна. Ну что, парадный Морти, давай посмотрим, кто кого. Хорошо, хорошо, сдал. Айс толчок. Пол хп сразу. Чух. Как и не бывало. Понижает точность. Уклонение понижает. В общем, все параметры мне понизил, но это ему не помогло. Морти истощен. Что за ботаник, ё-моё. Бумажка. Делаем замену. Надо ставить яйцо. Зачем, ребята, ставить яйцо? Для того, чтобы оно получило, как сказать, типа участвует в бою и, соответственно, получил какие-то очки. Так, там бумага, значит, мы с тобой берем у Морти клюшку. Да, и попробуем сейчас парализовать этого Морти Гик. Хандру мне вешает. А мы делаем подножку. О, сработало как идеально. Ну. Слепой замах он мне сделал, а мы с тобой тоже сделаем замах. Почему? Почему мы промахнулись? Почему твой замах не... Вот, другое дело. Так, не сработало. Делаем еще замах. Твою налево, всего немножко там осталось. Ну что, добьем? Я думаю, должны. Есть. Морти Гик истощен. Так. Замену. Большой Морти. Я не знаю, кто это. Посмотрим. Так, это штурмовик Морти. Окей. Влепим тебе. Слушай, крепкий малый. Он делает себе укрепление. Ну, естественно, защиту и точность. Защита и точность. Это плохой знак. О, так он слабо бьет. Фу ты, я тут переживал. Сейчас мы его ушатаем. Поверь мне. Давай порезик ему сделаем. Ну и все. Делов-то на копейку, да? Морти истощен. 200 очков опыта. Шмекели и средства от паралича. Не надо мне твои шмекели сверху. И так мне достаточно. Эх ты, паразит, в следующий раз и я тебя вложу, вот увидишь. Сразу заговорил нормально, прикинь. До этого там мямлил что-то. А тут звездюлей получил, все. Сразу нормально стал говорить. Хламон несчастный. Так, здесь у нас что? Я смотрю, какой-то... Кстати, здесь есть Морти, которого мы не видели. Морти-повар. А это кто там такой? Ужасный какой-то. Блин, чтобы сюда прийти, мне нужно подраться. Хорошо. У меня есть обычная сыворотка, чтобы я мог кое-кого. Только лишь большая. На Морти-клюшку. Ну, давай применим. Давай применим. Так, чтобы яйцо получало уровень, нам нужно поменять местами. Мне нужно яйцо поставить на первое место. А как я это сделаю? Не понял. Бродяга Морти, старый Морти. А разве у меня есть бродяга Морти? Или это вот прокачать можно так? Из грязнули неряха, потом грязнули, потом бродяга, потом старый Морти. Так что ли у них уходит? Ну да, получается, вот кролик. После него идет злой кролик. Безглазый Морти тоже в кого-то может превратиться. Морти-тест. Вот такой я не видел. Ну, я видел, но я с ней не дрался. Защищающийся Морти. Усатый Морти видел. Бородатый. Вот двух усатых это будет, наверное, бородатый. Рекламный Морти. Это Морти у нас в рубашках, в разных всяких там. Морти Экзо-Альфа. Видели мы его. Морти с ложкой. Понятно. Остальных всех видели. Привидение Морти. О, видишь? Вначале двойной, потом становится тройным. И уже в конце мульти-Морти. Да, я помню этого мульти-Морти. Звездярит, будь здоров. Морти с бродячим котом, потом с двумя котами, а потом с тремя котами. В общем, вот так вот можно, ребята, собирать фул коллек... Сколько их тут? Ё-моё, красоты.
Тут этих Морти, блин, до посинения, друзья. Ладно, пойдем драться. Хысы-хысы, даже не бубни. Хысы-хысы, сейчас получишь звездюлей. Одержимый Морти. Ножницы против камня. Давай, коммутогенный, выходи. Начнем потихоньку баловаться, да? Угу, ну-ка, едком его. Оу. Ёк-макарёк. Точность понизил. Ты думаешь, это тебе поможет, бро? Эй. Ушатали. Так легко. Так, это у нас что там? В рубашке? Ага, бумажка. Без бумажки ты сам знаешь кто, да? Берем большого Морти и начинаем полосовать его. Это Морти в красной рубашке. Не... Так, ни для кого, ребята, это не новинка, не новость. Мы его видели, причем неоднократно. Адьюс, амиго. Добивка, даже вот порезик тебе сделаем. Все. То есть довольно легко мы его разобрали. Так, а вот этого я не видел. Кто ты? Ножницы. Меняем на мутагенного Морти. Можно... Нет, яйцо это страшно брать. Замена. Пускай лучше этим займется мутагенный Морти. Он и по уровню как бы посильнее, да? Ну что, яд? Твою дивизию, блин, мы промахнулись. Раз. Два. Его атака прошла мимо. Ну тогда ему крышка. Так, остается у него два Морти. Это какие там? Этот, по-моему, ребята, у нас вампириком, да, занимается? Он у нас тырит жизнь, насколько я помню. Поэтому в наших интересах его можно быстрее вырубить. Так, делай защиту. А мы с тобой сделаем подножку. Ну да, друзья мои, что-то как-то слабо бомбим. Ты посмотри, сколько мы нанесли ему урона. Толчочек он сделал, да? Ну попробуем, знаешь, через что? Через замах. Ну вот, уже лучше, неизбежность. Блин, вот начинается. Поглощение ОЗ. Делаем замах. Ты заколебал, парнишка. Еще замах. Да тек, макарек. Не сработал у него толчок, поэтому добиваем. Ну и кто же там у нас последний Морти? Это слишком старый Морти. Это прям вот, ну, старее уже некуда. Уже, знаешь, песок из одного места сыпется. Судья Морти. Блин, ну бумага на бумагу не катит. Давай возьмем с тобой, наверное, большого Морти. Нам нужны ножницы. Сейчас его увлажнение. Увлажнение сделал, прикинь. На тебе. Старый ты балбес. Еще объятия свои делает. Лезет обниматься. На. Вот и все. Довольно легко и просто было. Шмекели и сыворотку. Так, ну что, мы с тобой возьмем вот эту штуку. Клетка бактерий. То есть, и получается, я сюда только из-за клетки это шел, да? Так, здесь больше ничего нигде не валяется. Так, погоди секунду. То есть, если я сейчас вот сюда рвану, нам опять придется драться. Значит, надо применить эту сыворотку, которую мы с тобой только что нашли. И в магазин Морти можно, кстати, заглянуть. Применить... там двадцатку, да? 20 УЗ дает. Давай на судью Морти, наверное. Так, и заглянем с тобой в магазинчик. В магазинчик Рика, предметы. Можно взять две, даже три сыворотки вот таких вот.
по двадцаточке применить. В принципе, я думаю, что нам выгоднее по двадцаточке с тобой применить, чем одну по 50. Да? Я думаю, ты со мной согласишься. Мои Морти. Мои Морти. Предметы. Сейчас на мутагеновом Морти применим, да? И также применим на большом Морти. Как-то так. Ну что, впереди нас ожидает поединочек. 100% он меня не пропустит здесь. О, привет, Рик. Не ожидал, что придется биться с родственником. Ну, раз уж мы оба здесь, давай повеселимся. Для него это веселье. Так, тройной Морти. Замена. Так, ножницы, да, у него? Блин, вот, мутагенный Морти. Так, делай замах. А мы с тобой атакуем плевком. Блин, обожаю, когда плевок вот так вот срабатывает просто офигительно. Зажим какой-то сделал мне. Всплеск. Найс, вырубили. Получаем уровень с тобой, 19. Еще лучше. Так, старый Морти, продолжим. Ты кто у нас? Ты у нас бумага. Значит, мы меняем с тобой на ножницы. Ножницы будут у нас... Клюшка Морти, фиг с ним, пускай. Пускай, друзья мои, будет клюшка Морти. Он, тем более, обычный. Блин, но бьет... А, это он критом еще ударил мне сейчас. А если подножку тебе, старый хрыч? Все, заглючил. Парализовал тебя, увлажнение сделает. Ну, а мы с тобой сделаем замах. Блин, замах. Придется делать подножки, друзья. Блин, или менять. Меняем. На большого Морти. Ну, этот-то парень как звезданет, так звезданет. Мало не покажется. Давай. Костюм и туфли. Вырубил. Так, кто у тебя там может быть? Ёк-макарёк. Замена. Я возьму, наверное, бумагу. Кто у тебя там? Камень? Камень, отлично. Экзотика. Но экзотика будет покруче, чем редкий. Экзотика будет парее. Покруче получается. Так, он промахнулся, да? Его атака не сработала. Так. Еще удар, и ему крышка. Угу. Сделал отхил. Он хильнулся. Вырубил. Ну и кто там последний? 308 опыта. Ага, альфа. Ножница. Замена. На камень. У меня только мутагенный Морти камень. Ну что, влупляем. Зонт какой-то. Это он скрита так ударил. Блин, у нас же нет плевка. Хотя и так нормально. Давай всплеск еще раз сделаем. Все. Мы выиграли. Мы наказали этого тренера. А, нет. Не наказали, друзья мои. Ху, ножницы. Поехали. Обалденно я ему втащил сейчас. Скрита, прикинь, вырубил его. Так, всплеск. Готов. Ну, этот тренер не такой уж и сильный был. Шмекины плюс плутонический камень. Нет, Морти, Морти! Рик, ты слишком серьезно отнесся к этому бою. А как я должен был отнестись? С улыбочкой на лице? Твою налево, я здесь не смогу пройти. Они со всех сторон меня окружили. Так, 50, применить. Кто у нас там остался без атаки? Мутагенный Морти, да? Применяем.
И, по-моему, Большой Мурти. Или Судья Мурти. Ладно, сюда и применим. И на Большого Мурти тоже. Так, подожди, применить. А что применить-то? А, Плутонический Камень, все. И на Большого Мурти. Ну что, друзья, мы будем драться с этим хламоном или как? Подтянем или нет? Если только через магазинчик, да? Если только через магазинчик. Предметики. Сыворотку применяем на... На Судью Мурти, наверное, я так думаю. Все. Ну что, если драка неизбежна, придется драться. Но в портал мы уже с тобой 100% не сможем пройти, потому что очень мало остается у нас здоровья. Так, грязнули Морти. Редкий. Он камень. Берем Судью Мурти. Тоже редкий, но бумага. Соответственно, мы преимущество имеем. Хлопок. Это так ты мало снес? Скрита? Вот как надо бить. Молотилом бомбанул сейчас. Добиваем его, да? Отлично. 31 очко опыта, так мало. Замена. Так, мы с тобой были бумага. Он взял ножницы 100%, поэтому берем мутагенового Морти. Ага. Экзотика, правда? Экзотика — это плохо. Но, да. Возгорание. Так, атаку. Что, еще и скорость, что ли? Блин, атаку и скорость повышает себе. Раз, два, три. Почему ты его не травишь? Почему ты его не можешь отравить? Есть. Ушатали. Так, еще остается у него два Морти, да? Что такое? Бумага. Берем ножницы. Большой Морти подойдет для этого лучше всего. Морти ночной дежурный. Ох ты. То есть экзотика получается, друзья мои, самый лучший, да? Это экзотика. Редкий — это первый, потом идут эпики, потом идут экзотика. Ты смотри, что творит, а? Ты... Не дай бог, сейчас мы промахнемся. Нет, мы попали. Ага, такого Морти я еще не видел. Так, если у нас... Да, он взял камень. Он взял камень, а мы берем с тобой Судью Морти. Ну что, поехали. Его атака прошла мимо. А моя? Моя попадает. Он защиту себе, кстати, сейчас увеличил. Ну, я не вижу особого такого. Тихо, никакие предметы. Кстати, а где Морти? Я ожидал, что здесь будут какие-нибудь Морти бегать. Я еще ни одного не встретил. Дикого Морти, чтобы его можно было бы захватить. Ну что, добьем, наверное? Да чтоб тебе, ну... Я молчу, молчу. И это у нас... Наверняка он взял ножницы, поэтому берем с тобой камень. Блин, он взял бумагу. Он взял бумагу, Судья Морти. Так, редкий. Плазменный взрыв какой-то сделал. Да ёк-макарёк. Ну, он сейчас ушатает меня здесь. Хотя его атака прошла мимо. Долго мы все равно здесь не поиграем. 8 хп у меня осталось. Все, он меня добил. Поехали.
Сколько у нас там? 10 хп, да? 10 хп. Вырубил. Я его вырубил. Большая сыворотка. Так, что там шмекели? Не надо мне шмекели. Если бы ты хильнул бы, я бы посмотрел рекламу. А так уж извини. Тюбик. А вот, ребята, и портал. Хм, это кролик же у нас, да, бегает? Да, это бегает кролик собственной персоны. Создание. Давай посмотрим, может быть, что-то можем создать. Так, батарея. Очищенный флип. Так, ему нужен был шар, да? Шар темной материи. Именно тому профессору. Окей. Так, я вижу здесь батарейка. Так, смотри, смотри, сколько здесь, ребята, разных. Да иди ты. Все. Так, укушенный псом Морти. Так, у нас есть камень? У нас есть камень. Я все-таки захвачу его, если успею. Атака. Блин, ядовитого плевка нету. Зашибись. Еще и атака моя прошла мимо. Угу. Вот именно что здесь я, ребята, от яйца Морти толку никакого. Так, коротнуло чувачка, да? Парализованный. Нормуль, срабатывает. Какая, блин, кондиция. Хотя, ладно. В плане, две атаки? Он сейчас сделал две атаки? Все, ребят, хватаем его, короче. Предмет. Чип контроля применить. Есть, поймали. Еще раз повторяю, друзья мои, он мне нужен для того, чтобы его скрещивать. Я знаю, что вы писали, не бери там обычных Морти, хватай редких. Или еще там каких-то. Так, тут что-то у нас. Вниз не пройти, да, получается? Ага, баночка. Консервная. Ну, тут волей-неволей придется идти. Ё-моё, ты посмотри. Это, наверное, Морти Росток был. А теперь это Морти вот такой. Здорово, я шериф в этом районе. И наказал уже много проходимцев вроде тебя. Так, просто ты значок у меня не заберешь, приятель. Да? Так, чешуйчатый Морти. Ну тут... Подожди-ка, предмет же у нас есть. А стоит ли мне... Нет, не буду я, ребят, тратить. Потому что, ну... В любом случае мы здесь проиграем. Просто в любом случае, потому что мне даже не кем играть. Так, Андроид Морти. Давай. Фигня какая-то полная. Ну вот он меня и ушатал. Что и требовалось доказать. Клюшка Морти и потом яйцо Морти. И все, ребят. Давай, 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 давай. Замах, нету замаха. И последнее это яйцо. Атаковать закаливание. Все. Мы в отключке. Давай, вызывай своего этого дружбана. Что там? А, подлечишь. Ну, так это другой разговор. Ну что, друзья мои, тогда это все в коре меняет. Естественно, я этого Рика накажу. Ты настоящий мужик, Рик? Или просто жаба, которая скачет по измерениям? А вот это сейчас ты узнаешь. Чешуйчатый. Погнали. Опа. Фигня. У меня круче удар. Испугался, убежал. Так, ну мы тоже поменяем. Он взял камень, мы возьмем с тобой бумагу. Тут принцип камень, ножницы, бумага. Судья Морти. Так, замах. А что так?
А, ну он экзотический, правильно. Он экзотический, а я редкий, поэтому я слабее, чем он. Поэтому я отгребаю по полной программе. Твою налево, а. Так, он берет ножницы. А мы с тобой берем камень. Чешуйчатый Морти. Так, мне бы не помешало бы сейчас сделать ядовитый плевок. Хорошо, сработало. Все, иди отсюда. Так, кто ты? Морти из долины? Так, бумага. Нет, парень, так не пойдет. Берем с собой большого Морти. Клетка-делитель, нифига. Но мы урона не получаем, да, я так понимаю, особый. Вот он, да, вот он получает. Хотя он редкий. И у него всего лишь получается 4, да? 4 Морти. Уже стало 2. Так, 22 уровень получает у меня большой Морти. Так, ты-то кто у нас такой? Андроид Морти. Мне нужна бумага. Судья Морти. Блин, он сейчас получит опять от экзотического-то. Ёк-макарёк, а. Слушай, хиляться, а есть ли смысл? Ну, давай попробуем. Мне кажется, это меня не спасет. Хотя всякое может быть. Ну что, делаем атаку через толчок. 4 хп у него остается. Щипание щучек сделаем и все. Этого будет достаточно. 390, да? Так, это у нас Морти с вырезом. Замена. Берем бумагу. Нам судья Морти. Так, подожди, бумага, он возьмет сейчас ножницы. Значит, нам нужно будет с тобой взять камень. Ага. Так, атакуем плевком. И отравление, да? Отлично. Ха. Еще и отравили сосунка. Так, здоровье тает на глазах. Я обожаю наблюдать. Все. Все, друзья мои. Морти с вырезом истощен. И главное, что мы получили с тобой значок. Я тебе неприятель, убирайся прочь. Блин, мне еще 7 значков нужно, прикинь. 7. Это для того, чтобы подраться уже со следующим членом совета. Это 7 порталов. Это 7 миров. Обалдеть. Обалдеть. Это еще, ребята, из-за того, что мы ходим с этим яйцом. Вместо яйца мы могли бы с тобой вполне взять. Так, а я его взял для чего? Для того, чтобы поднять ему уровень. Так, заходим в предметы. Ищем мега-семя, где оно там. Вот. А с другой стороны, да, лучше, наверное, когда... Лучше, когда у него будет там 9 уровень. Потому что до 10 долго будет прокачиваться. Мы сразу хоп и повысим его. А сейчас пускай он идет на хранение. Удалить, а возьмем... Так, экзотика, да? Рулит у нас экзотика. Слушай, у нас аниматроник есть. Что у нас там много? Так, ножницы. То есть нам либо камень взять. Слушай, а давай-ка мы, наверное, с тобой
Вот это вот тоже уберем и возьмем побольше экзотики. Например, так, экзотики дофигища. Танцор-строитель Морти, Плюмбуса Морти. Ну давай, наверное, блин, давай вот так вот. Уровень, конечно, маленький, но я думаю, они быстренько у меня прокачаются. Тут 13-й, блин. Конечно, не айс. Конечно, не айс. Так, лагерь. Сейчас, подожди. Блин. Как нам делать? В хранении, да? Изменить. Так, в эту команду нужно добавить... Кто у нас тут самый маленький? Не пойдет. С этим не прокатит. Если только Плюмбуса Морти взять. Он 10 уровня. С ним, да, он лагерь еще возьмет. Проверим. Что такое, я не могу понять. Изменить Морти. Вот здесь надо было. Ну, давай. Вот, танцор-строитель. Нет, лучше все-таки Плюмбуса Морти, потому что он эпический. Так, начать лагерь, да? Да. Чего там? Один отправлен в актив... А кто у меня в активном отряде? Ни шиша не могу понять. Кто у меня в активном отряде? Нет таких. Ладно, шиш с ним. Ну что, друзья мои, давайте, наверное, мы пока закончим с вами эту серию. Уже как бы поздненько, надо отдыхать. Обязательно увидимся в следующей серии и продолжим. Блин, еще 6 жетонов, жесть. Так что всем удачи и до новых скорых видосиков.